четверг в Самарской области будет ясно и малооблачно. Небольшой дождь пройдет в северных районах, в остальных без осадков. Комфортная теплая погода, температура днем 21-29 градусов, тепла ночью 19-21. В Сызрани безоблачное небо, днем плюс 28 градусов, ночью плюс 21. Ветер западной скорости 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 25 градусов. Дневное время, ночью 21, выше 0. Западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре ясно и без осадков. Дневная температура 25 градусов, тепла ночью плюс 20. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Температура воды в реке Волга 20,5 градуса. Геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.